Всем доброго времени суток, конечно же, моим любимым подписчикам и гостям моего канала. Сегодня я хочу вам показать одну покупочку. Покупочка очень интересная. Ее можно называть... Ну, сейчас открою и расскажу, что это такое. Вот такой пакетик она приходит. Одним словом, это... Вот продавец что-то положил тут. Размеры, все. Это, можно сказать, манишка или воротничок съемный. Ну, ой, какая прелесть. Выполнена она из кружева. Вот так. Из кружева, которое, ну, практически не тянется. Я взяла, конечно, самый маленький размер. У меня есть платье без плеч. И вот я хочу, чтобы вот эту... красоту, воротничок или манишку прикрыть свои плечики. Ну, сейчас я примерю, войду в образ, как говорится. Тут, видите, она с рукавами, не просто вот так одевается на голову и все. Тут рукава есть, все как положено. Главное, чтобы она мне подошла. Ну, я обычно всегда беру маленький размер и всегда угадываю. Ну, вот по плечам вроде бы да. Все, сейчас пойду примерять. Вот примерила вот такой красивый кружевной воротничок. Можно назвать и обманка. Ну, как, ну, очень красиво. Посмотрите, вот у меня платье, ну, вот, без рукавов. И я как-то стесняюсь, а вот с таким воротничком... Замечательно. Да, сейчас я вам сейчас сразу скажу цену. Покупала я за $1.45 плюс доставка, по-моему, $27 центов обошлась. И плюс мы платим еще НДС. И получился в итоге у меня $2. Здесь 97% с этого нейлона. Вот. И спандекс. Мне очень нравится, вы знаете, вообще, вот все прекрасно, и рукава мне нравится, что здесь есть рукава. И вот она сзади. Класс. Мне понравилось. Да, я еле-еле влезла. Но там есть только два размера. Я взяла маленький, самый маленький размер, это эльку. Вот. Но больше я не хочу. Знаете, я в этом магазине, там только две расцветки, белый такой красивый воротничок и черненький. Я хочу еще беленький купить. Я вообще сейчас даже, кстати, примерю белое платье вот с таким черненьким. Вот, и хочу тоже прикрыть вот плечики. Уже, конечно же, возраст. Пойду переодеваться. Вот под это, вы не пугайтесь, просто под это платье я хочу... купить вот такой же тоже кружевной, такой воротничок, манишку. Я забыла вам показать, здесь стоечка. Вот можно ее брать. Ну, вот так. Обязательно. Все, я это точно. Кстати, если хотите, я оставлю. У меня все ссылочки всегда в телеграм-канале. Переходите, пожалуйста. И покупайте, если вам что-то понравилось. Ну что, в очередной раз я с вами поделилась своей... Ну, у меня сегодня одна покупочка была, и я очень-очень довольна. Она придает женственность, такой ну, образ, романтику как-то. Мне очень нравится. Вот, ну, как всегда, я с вами не прощаюсь. Да, ставьте лайки, подписывайтесь. И до новых встреч. С вами была Алина и мои обзоры честные на мои же покупочки. Пока-пока.